– один з найдавніших соціальних інститутів. Вона виникла в надрах первісного суспільства значно раніше – класів, націй, держав. Суспільна цінність сім'ї обумовлена її виробництвом і відтворенням. Під впливом пануючого суспільства способу життя і суспільних відносин сім'я систематично змінювалась. Вона – осередок суспільства, тому на її функціонування впливають усі соціально-економічні і культурні процеси, що відбуваються в ньому. Поняття сім'ї не можна порівнювати з поняттям шлюб, адже сім'я являє складнішу систему відносин. Вона поєднує не тільки чоловіка та жінку, але й їх дітей та інших родичів. Про сімейні цінності сьогодні буде розмірковувати філософ, художник, мандрівник Олександр Хакімов. Олександр Геннадійович, сьогодні ми поговоримо об отношеннях між родителями і дітьми. Что является корнем проблем в этих взаимоотношениях? Проблем нет между родителями и детьми. Они созданы искусственно. Поскольку духовность в обществе она сейчас не очень высокая, то люди не учатся в течение всей жизни. На протяжении всей жизни человек должен обучаться. И эта атмосфера она благоприятна для всех возрастов. Для детей, для старших. В этом смысле у них есть единство. Совместное развитие в знании. Но сейчас, если человек закончил институт, считает, что уже познавать больше нечего. Теперь нужно работать и отдыхать. Этот режим работать, отдыхать, работать. И они втягивают детей в этот режим деятельности своей. При этом развития в знании нет. Нет такой школы, нет такого обучения. Что же они должны делать в духовном смысле слова? Как развиваться их душа и интеллект должны дальше? Поэтому они втягивают в этот скучный режим детей, которым не нравится просто работа, отдых. Работа, у них есть игры, у них есть познание мира, они хотят слышать от старших ответы на вопросы, объяснения, участие в их жизни. То есть взрослые должны жить вместе с детьми их внутренней жизнью еще. Почему? Кажется, что мне это не нужно, потому что я уже был ребенком, я все это уже прошел. Неправда. Мы не смогли пройти, потому что лет до 20 примерно человек живет неосознанно, еще не осмысляя окружающего мира хорошо. У него еще не сложилось мировоззрение. А вот когда он воспитывает собственное дитё, проживает второй раз свое детство. И тогда есть шанс осмыслить еще раз себя вот в этом воспитании, общении с детьми. То есть обогащение происходит. Обоюдное. То есть дети – это наши учителя на самом деле. Они нам напомнят то, что мы когда-то забыли. Но уже осмыслим в этом возрасте мы хорошо. И вернем им уже с большой мудростью. Представьте, да, какое богатство в этих отношениях. Но поскольку этой науки нет, то взрослые кажутся, что ну, проблемы детей не такие значительные. У меня работа, у меня важные вещи, у меня деньги, положение. И вот акцент. И детей приструнивают, что у меня жизнь важнее. Я старше, я мать, я отец, меня слушаешь. Потому что нет времени обучать тебя, нет времени заниматься тобой, все это глупость, это пройдет. Вот таким образом. Есть пренебрежение старших к младшим. А должны ли в таком случае родители требовать что-то, если они не уделяют внимания ребенку, если они пренебрегают им? Они могут требовать до поры до времени, пока ребенок находится в возрасте подчиненном, детском именно сознании. Он будет все принимать, но когда он уже проявит свою свободу выбора, независимость, трудный возраст начинается, он даст отпор. Все, у меня своя жизнь, у меня же есть, твои советы мне нужны. Вот этим закончится любое воспитание такое. Дуже важливі ролі батька і матері в сім'ї, а зокрема виховна функція. Адже від того, як батьки виховують своїх дітей, щодо праці, поваги до старших, ставлення до інших речей, залежить, яким буде суспільство, у якому житимуть наші діти. Чи буде це суспільство побудоване на принципах добра і справедливості, чи навпаки. У цьому випадку дуже важливе спілкування в сім'ї, адже воно є одним з основних факторів формування особистості дитини, члена суспільства. Тому в сімейному спілкуванні важливі моральні принципи. А чому повинні в першу чергу навчити батьків своїх дітей? От які основи? Любви. От вони йдуть гуляти з дитиною. Отець, він йде, там, курить сигарету, думає там о чому-то, о своїй роботі, не знаю, о чому він думає. Ребенок говорить, смотри сюди, там бабочка. Да, ну, понятно, продолжает. Ну, что тут важно? Не участвует в этом. Он должен смотреть, должен оценить, должен переживать, научиться заново жить. Потому что он уже атрофируется в этом возрасте. Уже у него появляется проблема, смотрите, в уме. Он уже не замечает красоты мира человека. Ему некогда. Он в режиме страсти, бурной деятельности может забыть. Дети возвращают его к реальности. Просто к естественной радости, к воздуху, к солнцу, к воде.
к животным, к насекомым, к миру. Как быть, если ты уделяешь внимание ребенку, ты занимаешься с ним, а он все равно растет непослушным? Это законы кармы нужно исследовать, почему ребенок такой непослушный. Возможно, родился ваш враг с прошлой жизни у вас. Возможно, хочет вам причинить беспокойство. Ненавидит, скажем, своих родителей. Я слышал одну интересную новость, как в Канаде, по-моему. Один юноша 18-летний подал в суд на свою мать. За что? За то, что она родила меня в этом дурацком мире, идиотском мире, без моего спроса. Поэтому потребовал взамен 2 миллиона долларов, чтобы окупить эту ее ошибку. Суд рассматривал это заявление по закону. Вот такие есть примеры. А можно немножко поподробнее о подростковом возрасте? Как должны родители вести себя в этом возрасте с детьми? У них начинается бунт, становление. Как они должны на это реагировать? Значит, существует структура семьи. Если она правильная, то каждый, кто попадает в эту структуру, эту систему, семью, занимает правильное положение. Всегда. Например, ребенок, первый гуру для него мать. Первое, что он знает, это мама. Вот все, что хочу, от нее получаю. От нее получаю также настроение, ответ какой-то. И так начинается его обучение. Подрастает больше, примерно лет к 5 годам, он уже начинает понимать значение отца. Отец уже обучают на основании разума. Вот что такое хорошо, что такое плохо, и давай-ка учись различать. Делай так, а не так. От отца он получает вот такое разумное развлечение. А мать, она поколится тут всегда. Хоть так, хоть не так, она будет любить его все время. Значит, у отца еще задача более вкладывается, задача разума добавляется. Но кто авторитет у отца? Значит, первый авторитет мать, второй дальше отец есть, глава семьи. А есть ли авторитет за отцом? А ребенок будет видеть это. Кого слушает отец? Никого не слушает? Ага, значит, я когда вырасту, тоже никого не буду слушать. Все просто. Или мать и отец, нет у них этой иерархии. Они спорят, у них каждое свое мнение. Ребенок вырастет, у него свое мнение будет, третье, независимо от них. Он научился такому. Но если он видит, что есть мать, есть отец, а у отца есть свой отец, у того отец, тот отец, а там есть священное писание, там есть Бог, есть иерархия до конца, он, естественно, становится в эту иерархию. Сім'я допомагає розкритися творчому потенціалу особистості, сприяє її самореалізації. Найважливішими функціями сім'ї є репродуктивна, яка бере участь у кількісному і якісному відтворенні населення. Господарсько-споживча охоплює такі сторони сімейних відносин, як ведення домашнього господарства, єдиного бюджету. Виховна, оскільки сім'я впливає на все життя людини, значна роль на початку життєвого шляху, коли закладаються моральні, психологічні та емоційні основи. І відбудовна, ця функція полягає у підтримці здоров'я, життєвого тонусу, організації дозвілля і відпочинку. А в чому различие воспитання дівчинки і мальчика? Є различие. Потому что мальчиков с возрастом, с их ростом требуется более сильные дисциплинарные меры, строгость. Максимальная строгость, скажем, годам к 16-17, вот это максимальная строгость, или армии 18 лет для них. Это полезно как дисциплина, как аскеза, полезно для мальчиков. Для девочек это не полезно ни в коем случае. Нельзя принимать строгие дисциплинарные меры по отношению к девочке. Девочка неисправима таким способом. Она развивается только под влиянием любви. Значит, в детстве веды говорят, ее любит отец. Отцовская любовь важна для нее. В молодости муж, в старости взрослых детей. Вот таким образом женщина всегда будет прогрессировать. Если она никому не нужна, если никто не любит, то это для нее крах. Она погибла как личность. А обычно мать больше нежна к сыну. А с дочерью она более строга. А отец, наоборот, он более нежен дочери, к сыну более строг. Так компенсируется у себя. Это различие полов, естественно.